Всем привет! В эфире «Нехта» и события, место которым в новинках. А верные ценности и, конечно же, ваша поддержка помогли нам преодолеть отметку в 100 тысяч подписчиков. Теперь и у канала «Нехта Лайв» появилась серебряная кнопка YouTube. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, а будем также продолжать правдиво информировать вас о том, что происходит вокруг. Прямо сейчас поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, если не сделали этого раньше, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие новинки. Не забывайте делиться выпусками с близкими, пусть еще больше людей знает правду. Ну а мы начинаем! Сегодня в выпуске. В спецоперации КГБ со смертью мигранта на границе замешаны чиновники объединения «Белая Русь». Хунта перешла к насильственному выдворению туристов из страны. Обо всем по порядку и прямо сейчас. Фактически в каждом выпуске мы возвращаемся к теме нелегальной миграции в ЕС через Беларусь. Информация из пропаганды Лукашенко необъяснима, других СМИ в стране попросту не осталось. Собрав информацию по крупицам, телевизионная альтернативная реальность становится еще более очевидной. Не зря министр внутренних дел Литвы назвала заявление хунты сказками. В предыдущем выпуске мы уже рассказывали предпосылки актуальных новинок, но не успел сюжет выйти, как новостей с границы стало еще больше. Чтобы в подробностях пробежаться по теме, переходите по ссылке вверху. Кстати, если вы хотите нам немного помочь и перевести этот и какие-нибудь другие выпуски на арабский, напишите нам в анонимный бот в Telegram. Мы добавим субтитры к видео, а сейчас коротко. Лукашенко и его хунта создали привлекательные условия приезда в Беларусь гражданам Ирака. Подается это всегда под соусом вакцинации от ковида, но по факту людей попросту готовят к нелегальной миграции в ЕС. Важно понимать, что незаконное пересечение государственной границы – это всегда преступление, а режим Лукашенко подталкивает граждан других стран на это нарушение не только для создания неудобств странам-соседкам, но и для заработка денег. Белорусские пограничники делают вид, что не замечают нелегалов, но нередко и оказывают помощь, хотя помощь очень сомнительная. Людей просто довозят до границы, подальше от погранперехода, а дальше уж как-то сами, если получится, то повезло. Но после усиления границ литовской стороны забором из колючей проволоки и увеличением числа пограничников, счастливчиков стало значительно меньше. Более того, сейчас Лукашенко начал устранять нелегальных мигрантов и пытается обвинить в этом преступлении Литву. Получается не очень убедительно. То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить, ну, мерзавцы полные, но это же их право. В телеграм-каналах лукашистов также опубликовали кадры с убитым. Мы не будем показывать их по этическим соображениям, кому интересно, найдет. На лице мужчины нет живого места, голова пробита, из носа течет кровь, пишут в помойных СМИ. Но опять вопросов появляется больше, чем ответов. Утверждается, что ему стреляли в спину, но пули почему-то не повредили ткань майки. Врач видео тоже делает чудесные вещи. Говорят о несовместимости травм с жизнью, но и тут ложь. Отсутствуют и признаки биологической смерти, поэтому сложно сказать на 100%, что действительно показан труп. Большой разбор анализа видео судмедэкспертами опубликовала наша Нива. Первая новость о жертве появилась в канале «Белая Руси» в 8.55. Для наших иностранных зрителей поясним, что «Белая Русь» — это такой аналог комсомола в СССР. А уже через 2 часа у них же был выложен фотоотчет с несогласованного ябатинга перед литовским посольством. Очень скоро 3 участников этого беснования были опознаны, но нам наиболее интересен тот, что слева на фото. Знакомьтесь, заместитель председателя Белой Руси Московского района города Минск Игорь Цыбин. В этот же день мы позвонили ему на рабочий номер и позадавали прямые вопросы. Вот он оправдывается, почему на им организованной акции кричали наш слоган «Не забудем, не простим». Здесь, знаете как, просто это было оперативно, естественно, что времени мало было, и никто не говорил именно конкретно лозунг «Гитеракта». Я уже говорил, там был. А, значит, но вы же понимаете, что мы с вами государственные люди, да, мы как бы мы президентская организация, да, то есть вы же понимаете, что мы не просто так сюда пришли и сами захотели написать эти лозунги. То есть эти лозунги использовали, мы еще не выкрикивали, там я держал бумажку, да, то, что там выкрикивали, это ладно, это не мы выкрикивали. А вот моя бумажка у меня на столе, скажу, написано «Литовские каратели, убийцы демократии». Да, то есть у меня вот на этой бумажке было написано. И вы сами понимаете, что мы выполняли как бы, то есть тоже как бы определенную задачу, да, то есть не просто так.
Да, да, так я знаю, да, мы сотрудничаем тесно с нашим КГБ просто, вот. Тут же стало известно, что подобные белые руси есть в каждом районе, и все они сотрудничают с КГБ. А собравшиеся в 11 утра псевдодемонстранты даже не знали, что пришли обвинять литовцев в убийстве. Тут же чиновник рассказал, что приказ поступил вечером за ночь до происшествия. Во сколько информация поступила вчера? Ну, нас вечером, скажем так, нам перезвонили вечером, ну, где-то в районе, наверное, звонили в 8 часов вечера. Ну да, организовать убийство иностранца и выставить виновным вообще другую страну – это не хвосты коровам крутить, а способности исключительно такие. Безгранично жаль, что из-за преступных приказов пациента глюкозы гибнут ни в чем не повинные люди. Наконец-то и с иракской стороны начались действия, а не только обещания. Посол ЕС в Ираке сообщил. Мы получили информацию из нескольких источников, что рейсы отменяются на ближайшие 10 дней. Это кажется очень надежной информацией. Насколько нам известно, иракские авиалинии проинформировали об этом все туристические агентства страны. В это время в Литве на разные электронные адреса пришли одинаковые письма от некого Юзефа Арафата. Он обещает отомстить за братьев-мусульман и подорвать торговые центры, редакции порталов и госучреждения. Дело в том, что для исламских фундаменталистов бегство в ЕС – это предательство, поэтому к мигрантам скорее применимо уничтожить неверных, а не защищать. Плюс подобные заявления, как показывает печальный опыт, делают после теракта, а не перед. Литовская полиция, конечно же, проверила заминированные объекты и ничего не нашла. С сегодняшнего дня ни одна нога на территории Беларуси с определенной стороны, будь то с юга или запада, ступить не должна. Не дай бог! Они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Вот Толя вроде взрослый мужик, но, видимо, преданный пес потерял свои яйца, выкрашивая зимой траву в зеленый где-то еще в учебке. Тогда он исполнил первый сомнительный приказ, не пойми кого, продолжает и сейчас. Похожая судьба, очевидно, настигла и госсекретаря совбеза хунты Александра Вольфовича. Мы добавили свежие кадры в его интервью. Да, мы фиксируем сегодня увеличение потока нелегальной иммиграции на западном направлении. Но разве это новость для европейских стран? По-моему, нет. И уже на протяжении нескольких лет поток нелегальных иммигрантов в страны Европы, особенно со стран Ближнего Востока, нарастает с каждым годом все больше и больше. И стоит ли в этом упрекать Беларусь и рассматривать Беларусь как, назовем так, центр зла какого-то? Многие страны живут туризмом. Почему Беларуси не развивать туризм? Но не хотят летать европейцы, к нам будут летать другие. То ли пограничников, то ли еще кого-то снабдили щитами, и они принуждают оружием ценных туристов нарушать границу с Литвой. Технически мигранты по-прежнему находятся на территории Беларуси. Террористический режим уверяет мигрантов, что они проходят границу законно, хоть и под дулом автоматов, потому что у них есть виза, которую сами мигранты в глаза не видели. Вот такой вот сюр от белорусских пограничников. В итоге мигранты просто стоят на нейтральной территории между двумя странами. Этой же ночью побывал на границе парламентский контролер по правам человека Витолтас Валентиновичус и рассказал о том, как выглядит возвращение нелегалов на территорию Беларуси. Сегодня была одна из самых тяжелых ночей в моей жизни. Мы объехали Друскининкайскую заставу, 30 километров. Там белорусские пограничники запускали осветительные ракеты и наблюдали за нашими пограничниками с башни. Кроме того, белорусские пограничники были рассредоточены в лесу. Мы видели, что движение в Беларуси интенсивное. По рации мы слышим вызов к 129-му столбу на границе. Там через границу перешла группа из 34 человек, 15 из них дети. Вернуть их в том же месте не удается, поскольку в 5:30 слышатся автоматные очереди с белорусской стороны. Стреляют в воздух. У границы выстраивают белорусских пограничников в шлемах со щитами и дубинками. Автоматные очереди не смолкают, поэтому литовские пограничники посадили нелегалов в автобус, перевезли к знаку 125-126, высадили и отправили в сторону Беларуси. Мигранты медленно шли в сторону Беларуси. Некоторые продолжают попытки, а некоторые все же осознают, что ими пользуются, и устремляются в города. Мигранты уже ночуют и в подземных переходах столицы.
Чтобы им помочь, вчера из Ирака в Минск прилетел пустой самолет национальной авиакомпании Iraqi Airways. Его прислали в том числе иракские власти. Сделано это для того, чтобы все желающие могли вернуться домой, а не рисковать жизнями и использоваться хунтой в их грязной игре. К сожалению, тема пока не исчерпала себя. Нелегалов теперь свозят на границу с Польшей. Там 4 августа задержали 62 нелегалов, а 5-го – 71. 4 августа Кристина Тимановская благополучно добралась до Варшавы. С польской стороны в аэропорту Кристину приветствовал заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский. Из-за мер безопасности у спортсменки не было возможности выйти к ожидающим ее в аэропорту. На следующий день в офисе НАУ прошла пресс-конференция. Присутствовали более 100 журналистов из 15 стран. Кристина рассказала о высказываниях пропаганды Лукашенко и поддержке белорусов. Также стало известно, что солист рок-группы «Дай дорогу» Юрий Стыльский не пошел на суд, а успел выехать из Беларуси. Сейчас он находится в безопасности. 6 августа прошлого года в Киевском сквере Минска Владислав Соколовский и Кирилл Галанов включили песню «Перемен». За это их арестовали на 10 суток. Позже ребята покинули Беларусь. Сейчас они остаются настоящими символами перемен. В разных городах страны все чаще начинают белорусы гулять с национальными флагами. Это неудивительно. Скоро 9 августа, а именно в этот день у белорусов нагло и цинично отобрали голоса на выборах. Но мы помним, как много нас было и есть. На улицы городов по всей стране выходили тысячи счастливых и оптимистично смотрящих в будущее белорусов. Мы помним ту солидарность, которую мы проявляли и продолжаем в отношении друг друга. Это стало ярким, для некоторых неожиданным открытием лучших самих себя. Лукашисты хотят перевернуть страницу и сделать вид, что ничего этого не было, но мы не забыли и не изменили себе. Белорусы остаются такими же невероятными и продолжают мирную борьбу за свободу, находясь в Беларуси и за ее пределами. Никто уже не верил, но это произошло. Мост в Гродно все-таки открыт. Руководитель Гродно-Зеленстрой узнал о скором открытии прямо на обочине сооружения. Это способствовало непроизвольному, но качественному удобрению края моста. Склоны даже пришлось несколько раз обкашивать. Чтобы люди сюда приезжали и видели, что никакие санкции и никакое давление нас на колени не поставит. Чемоданова наконец начала задавать правильные вопросы. В этот момент именно, когда это все происходит, мы должны были достать все кодексы и еще раз их перечитать? Да! На сегодня это все новинки, о которых мы успели рассказать. Благодарим вас за внимание и активность. Узнавать самые оперативные новости вы всегда можете в наших телеграм-каналах. В их описании вы легко найдете ссылки на анонимный телеграм-бот, куда можно безопасно присылать важную информацию. Все адреса каналов Нехта всегда неизменны, в том числе и наш инстаграм. Не попадайтесь в руки мошенников, которые от нашего имени с фейковых аккаунтов вымогают деньги. А если действительно хотите поддержать нас финансово, переходите по ссылкам под этим видео. До скорого! Живе Беларусь!